Не, за спину. У меня были не фул хп. Мне вот это интересно. Сколько у тебя сейчас уклонение? Уклонение? Не, ну, в мисс от АУЕ вот это вот больше похоже на правду. У меня всего лишь 10% сейчас уклонение. Не думаю, что он спасается. Вот с учетом того, что 20%... 30%. То есть, конечно, вот у тебя алхимия, и ты без сопрота, да? Да это уже после того, как это... Получается, а, то есть она сейчас только кончилась, да, за 2 секунды? Нет, у меня же спула типа это. У меня же спула, получается, я же сдох, блядь, спула, и сопрот даже не прожат. Ну что, Джайна бить будем? Меня фризанул, нет. А как ты так помнишь без сопрота? Ты уже шаркаря танчил. Это, блядь, случайно он на мне оказался. Я вообще не видел ни одного шаркаря. Ты не отмажешься. Отмазываюсь, он тебе так и висел, не учитывая мои звездопады. Даруй мне последнее благословение. И ты с ним дрался, ты его... А чё, Алёшенька без сопрота был? Кто-то, думаю, тяжело его хилить было. Да-да, так, сейчас все 24 человека взяли в руки удочки, отхлестали его и удочками. Ты видишь, я даже, блядь, шмот не переодел. Я всё не отмазываюсь. Так чё, кто... Не-не, это отсутствие сопрота, Лёш. Кто заценил лужа на лужу, ребята? Да молодец, я же ещё там сказал. Блин, это такая редкость, я кайфую по таким моментам. Вырезать буду с видоса потом, замедлять два раза и вставлять с музычкой, ё-моё. Да вставь ты в рамочку уже, надоел. Пианист, ты чё не бьёшь? Понимаешь, мне даже лишний шот, когда, блядь, все сдохли. Да. Да, зато меня Шаркарь убил, блядь, хуй пойми. А я уже был готов опять танчить в слово, как с Каватом. Нас он признал достойными для того, чтобы... Ну, блядь, не ты один, я, помните, тоже на первой фазе. Танчили вдвоем, а потом до конца. Кислый в Хейме? Да, его Валька унеслась, причем лужу кинули на него в Вальке, блядь, и... Как ты это успел? То есть его танка схватила Валька, и на него же еще, пока он в Вальке был, кинули лужу, блядь, и... Ой, я короче, помню это, смогли... да. Не резнуть, ничего не смогли. Сундук открывать можно? Кирс, мне вот интересно, идет перефаза, ты выносишь осквернение, зачем ты поперся в центр? О, блядь. Потому что можно было не бустить, когда осквернение выносится. Ты же, ну, я так-то должен... Ты же в Курай вынес, а потом пошел в центр, я прям это видела. Ну так я же не буду оббегать весь круг. Я сказал, там 2% было. Чё? Чё, теперь можно искать покупателей на клятву? У Кисова есть клятва, он на 2 недели взял. Френдика не... есть, нет? Френдик, я сейчас и пришел забирать. Чего вы такие вопросы странные задаете, как будто вы из другого измерения? Ой, я, например, не в курсе, у кого что есть. Артемия спрашивает, можно ли теперь искать на клятву. Теорус, то-то ты все знал, и про меч знал, и про пояс знал. Я спросил... Теперь тебе можно искать покупателей на пояс. А, блин, еще же гречка. Теперь еще куча варов, и гречка, и карин, цепи. Варам нужен же это, с хостой, не? Ну вот, хрен его знает. Надо, и с хостой надо, да. Артемия, насчет клятвы, у меня и у Делоруса по покупателю есть. Нам все надо, и с хостой. У меня тоже покупатель на клятву уже... Так, вот этот Аркус. Че это, блядь, вот? Вынос интеллект, тут, блядь, ханты на успехе в рот. На транс, наверное. Хотя без понтов вешай транс, если честно. Я коллекционирую пусхи. Все, расходитесь, маунт не анролом. Кислый, мне меч на базу. ГП. Дур-дур-дур. Так, вот этого ролим вот так. Ролл. Чтоб все его видели.
У меня есть ПДП. Тут там 99 кило. Начало. Никто сотку не выкинул. Не, я просто спрашиваю, я могу поморгать. И еще раз. Др-др-др. Ищите, кто там. Др-др-др, 90 с чем-то там было. 93. Угу. А чё, Матиоли нет? Она же новенькая, нет. Но у нее же есть 7 тысяч. Ну при чем тут 7 тысяч? Ты в прошлый раз просто говорил, что 7 тысяч? Кто там на втором месте? Я прошмот. Дай две вторые. Настя на втором. Чего, портал? Нажми на инспект. На сегодня все, да? Да. Когда она будет себя не чувствовать вагоном в этом рейде, тогда поговорим. А Жанну когда будем убивать? Настя, поздравляю! Адмирал, где ты? У Лича. Че? У совы. Возьмите у совы. Тысяча 167.